Какой Джаман? Обманывать не принято. Порву козла! Все-таки мы нашли тебя, монах. Уберешь его сам. Я скоро приду. Теперь учителя нет.
Сенсей! Чего там? Все готово, все собрались. Кикбоксеры приехали? Да, все на месте. Ну тогда пошли. Привет. Здорово. Здоровее дали. Сенсей! Сори! Мы собрались сегодня, чтобы обсудить наши дальнейшие действия по объединению в кулак всех здоровых сил, тех, кто действительно занимается боевым искусством. Дела в этом плане идут так, как нам хотелось. И к нам уже примкнули две серьезные школы. Это школа джиу-джитсу Мусин и школа айкидо Бусиноками. Сегодня эти две школы, объединяющие почти 500 человек, с нами. Но есть еще проблемы, которые требуют своего разрешения. Что там с этой школой Ушу? Да там все нормально. Я им звонил, сказал, чтобы вязали с рекламой. Чтобы прекратили называть свои танцы боевым искусством. И чего они ответили? Сказали, что примут сведения. Проверьте, хорошо ли они нас поняли. А если не поняли, съездите и объясните им по-другому. А теперь я хотел бы услышать нашего гостя из школы кикбоксинга, которому месяц назад мы предложили сотрудничество. Думаю, что времени у них было больше, чем достаточно. И хотел бы сейчас услышать его ответ. Уважаемые самураи, я долго смотрю на этот цирк, который вы тут устроили. Тихо! Мы пригласили человека, чтобы он отвечал нам. Пусть говорит. Наверное, он знает цену своему слову. Это ты правильно сказал, клоун. За базар я отвечу. Мы бойцы. И в отличие от вас, 7 самураев не играем. За мной стоят 80 человек. И каждый из них стоит десятка этих самураев. И еще раз. Если вам придет в голову дурная мысль предъявить нам ультиматум, я тебе вот это знаешь куда засуну?
Говорить можно. А вот пальцем показывать... Нехорошо. Так, давай. Ну чё там? Сенсей, во всем районе развесили. Говорил же я им. Видимо, они вас не поняли, сенсей. Ну что, кому еще смешно? У себя они сейчас. Они каждый день в это время у себя. Поехали. Объясним. Ну и куда ты сейчас ударил? По воздуху. Если ты бьешь, ты должен видеть перед собой цель. Своего соперника. Смотри. Понял? Джамал, как освободишься, поднимись к учителю. Я через 5 минут закончу, поднимись. Хорошо. Давай. Еще раз. Вот так, чуть плечо отпусти. Еще раз. О, так сюда. Поэтому через 10 минут всех тренеров ко мне. Сенсей, дай я. Давай. Так, в чем дело? Да мы по объявлению. Сиди.
Значит так, шаолинский монах. Здесь написано «боевое искусство». То, чем вы занимаетесь, это не боевое искусство. Ваше ушу – это танец. Поэтому вот этих бумажек больше нигде я не увижу. Это понятно. Боевые искусства – это путь жизни и смерти, а не способ выяснения взаимоотношений. Не понял. А если это боевое искусство, я готов встретиться в любое время, в любом месте, с любым из твоих бойцов, если они у тебя есть. Кто это сделал? Это школа самурай. Джамал, стой! Алло, кто это? Какой Джамал? Лучший танцор школы ушу, нашелся. Ну-ну. Встретиться? Завтра в 5 утра. На Лысой горе. Знаешь место? Ну что, найдешь? Потанцуем. Давай. Вон он. Я пришел показать вам искусство шаолинских монахов. Показывай. Wow!
Я не оправдываю то, что сделал Джамал. Насилие лишь порождает насилие. Да. Но трое моих людей в больнице. Один в тяжелом состоянии. И я бы очень хотел увидеть этого вашего нового Брюса Ли своими глазами. Я его с тех пор не видел, да и не особенно ищу. Мне не нужны ученики, которые приносят школе неприятности. Поэтому прошу его имя больше со школой не связывать. Мы сами его ищем. И мы его найдем. Это лишь вопрос времени. И вот когда мы его найдем, мы дадим ему возможность попробовать свои силы с более достойными противниками. А пока... Если он появится, дайте нам знать. И вот что. Не пытайтесь нас обмануть. Это не в ваших интересах. Thank you.
你的师父 就是我的徒弟。 10年前 他来我们少林禅寺找我， 他练过武术，练得很努力，冬夏天都一日三练，过了3年成为了武僧，你听说过吗？我的老师是少林和尚，了不得了。 我知道， 他在中国学过武术， 可是关于他是和尚，因为他很谦虚，武德也很高。 他在心中写道：“你已经精通武术的，并写道：普通人不是你的对手，在下不敢当。”你说得很对，跟谁学的中文？跟我的师父。 这是拉萨佛教的圣物，我们少林武僧都是出家人，练功念经时一定要心里有佛，你去触及一下。 武功之根，就是步行之功夫。现在我看你的马步，这都是花拳绣腿，你的功夫差一点内力。但是，什么内力？试试那儿，不要犹豫。
看我。站的是足立地时稳入山，马步因此稳入泰山。再试一下。嘿，现在我们练一练少林罗汉拳的用法。打我，打。白猴出洞，打我。金刚爆树，打。现在用屁拳试试打。看我，一定要用内劲打。请进。坐一下。明天早上你跟吴三里奇开始练功吧。
Суншань думай, а. Шаншан де кунчи дуо чунжин. Шандин дамо дун панбен. Йо и тяо путай да де хэ. Чоу вэй хэн йо джин. Цун йо и тян. Мэй и гэ сэн жэн. Доу би шу чу ци ди. 1年之内练武坐禅孤独忍的对手是他自己但是打败自己的很难过了一年会四招我明天上午你收拾收拾走吧 谢谢大师。 У себя. Интересная статейка. Ну и как он там оказался?
Вы же 2 года его ищете. Оказывается, его учитель жил в Шаолине. Он его туда и устроил, чтобы спрятать от нас. Так он обманул нас. Выходит, что так. Лося, ко мне! Сэмпай, шеф зовет. Здорово. На, почитай. Интересная статейка про твоего друга. Порву, козла! Ты газетку не порти. Ты его уже порвал один раз. Еле тебя вылечили. До сих пор от говна не можем отмыться. Последний шанс дайте. Осечки не будет. Шанс. Шанс. Вот деловые. Оформите ему загранпаспорта. С Китаем безвизовый обмен. Полетите рейсом на Пекин. Доберетесь до Шаолиня и найдете там этого монаха. Мать его. Стволов вы там не найдете, поэтому возьмете с собой холодное оружие, как на соревнования. На таможне пропустят. Сделаешь бумагу. Иди. Он уже покойник. Хорошо бы было. В первую очередь для тебя. Орел. Поедешь за ними. Проследишь. Если облажается еще раз, уберешь его сам. Да и лося тоже. Но сначала... съезди-ка в школу ушу. И объясни нашему другу, учителю танцев. Что нас обманывать не принято. Давай. Ah!
您是少林武僧吗? 是的,什么事? 人是一个俄罗斯的和尚。扎摩,他现在住那儿,扎摩洞旁边。谢谢。
Если верить монахам, то уже близко. Он где-то здесь. Все-таки мы нашли тебя, монах. Ah!
теперь передайте тому, кто вас послал. Пусть он не тратит зря время. Я скоро приду к нему сам. Надо уходить. Нам с ним не справиться. Где он? Отстал, наверное. Иди, посмотри. Thank you.
Российской Федерации Егор Гайдар в интервью журналу Newsweek сообщил, что считает предварительные результаты начавшейся в стране приватизации более чем успешными. С точки зрения Гайдара, дальнейшие шаги в этом направлении сделают россиян настоящими собственниками государственного имущества за счет вкладывания ваучеров в перспективные предприятия. Итар ТАСС со ссылкой на информационное агентство Синьхуа сообщает о трагедии, произошедшей в китайской провинции Хэнань, неподалеку от города Дэнфэн, где были обнаружены тела пятерых зверски убитых российских граждан. По сообщению агентства, речь идет о членах спортивной делегации, приехавших в КНР по служебной линии для участия в соревнованиях. Полиция считает, что убийство совершено местными бандитами с целью ограбления. Посол России в КНР Игорь Рогачев сообщил, что по поручению МИД России Министерству иностранных дел КНР сделано представление, в котором высказывается озабоченность в связи с произошедшей трагедией. А теперь спортивные новости. Российский спортсмен... Это монах. Похоже, я недооценил его. В общем, игры кончились. Выдай всем стволы. Скоро он будет здесь. Надо встретить его. Достойно. Мы похоронили его 3 месяца назад. После этого я сразу написал тебе письмо в Шаолинь.
Я год жил в горах, недалеко от Шаолиня. И только месяц назад получил твое письмо. А как они нашли меня? Сразу после смерти учителя они приехали сюда. И теперь мы вынуждены называться оздоровительный центр Дао, преподавать йогу и цигун. О боевых искусствах пришлось забыть. А милиция? А что милиция? У них куплен весь город. Милиции работают их тренеры. Как найти их? Джамал. Это тебе не Китай. Лучше не связывайся. Застрелят. Если успеют. Мужики, кто сегодня на калитке-то? Серега. Ну и где он? Может, кусты облагораживает? Черт. Где этот придурок? Макс, ты там поаккуратней. Мы тут гостя ждем. Что-то нет нашего монаха. Наверное, я это отморозил. Открой. Thank you.
Уйди! Уйди! Черт! Твою мать! Он ждет тебя в зале. Там металлическая дверь. Надо только кнопку нажать. Хотел прийти к тебе раньше, но мой учитель был против. Теперь учителя нет.
Ugh!